лица Русско-финансового Содружества, мы бы хотели всех поздравить с наступающим 2016 годом, пожелать всем счастливых праздников, здоровья, мира и, конечно же, успешного Нового года. Я это председатель Русско-Вьетнамского Содружества. Я хочу поздравить всем здоровья, успехов в работе и счастливо в семье и всего хорошего. С Новым годом, с Новым счастливым. А Новый год в Вьетнаме отмечается по лунному календарю. А дата празднования меняется из года в год, но обычно дата варьируется в пределах января и февраля. А вьетнамский народ очень трепетно относится к самому празднику и, в частности, к праздничному столу. И в этот день, накануне Нового года, дом украшается обязательно либо цветущей веткой абрикоса, либо цветущей веткой персика. И также во многих домах можно найти мандариновые деревья, что символизирует, так сказать, процветание в семье. А также на улицах очень много различных шествий, и также можно посмотреть на различные шоу, такие как танцы воздушного дракона, и, конечно же, фейерверки, как и в других странах.